Внимание, улица! Прекратить движение! Прекратить движение! Идут дети! Вас что, это не касается? Черная Волга, я вам говорю! Дети, продолжайте движение спокойно. Не торопитесь. Пошли. Сереженька, не засматривайся. Витя, Витя, пошли. Вера Ивановна, да? А купите мне, пожалуйста, шарик. Нет, Вера Ивановна, мне. Нет, мне, Вера Ивановна, красненький шарик. А мне, Вера Ивановна, синенький. Тогда мне, Вера Ивановна, зеленый. Нет, мне. Нет, мне, я первый попросила. Ты не огорчайся, я тебе свой отдам. А мне? И тебе. А откуда он у тебя? Но если будет. Не спорьте, не спорьте, дети. Эти шары не продаются, они для карнавала. А что такое карнавал? Это очень веселый праздник. Ну, пошли. Куда? А куда? На карнавал? Нет, карнавал для взрослых. А мы будем лепить снежных баб. Не в деревне. А я в деревне не была. А в цирке? А в цирке лошади не выступали. Вместо них выступали олени. Нет, тюлени. Нет, олени. Нет, тюлени. Да лошади у нас на Войковской все вывели. А я лошадь видал в кино. Да, представляю, что с вами будет, если вы увидите верблюда. С вами, Верочка. Здравствуйте.
Что такое, Вера Ивановна? Киносъемку у нас на Войковской тоже снимают. Подумаешь, верблюд. А у нас в зоопарке верблюд намного больше. Фу, даже сравнивать нечего. Вот я была в Челябинске и видала верблюда. Он в 10 раз больше. Нет, это тоже неплохой верблюд. Фу! Я видала лошадку, я видала лошадку, я видала лошадку, я видала лошадку. Уходи отсюда! Вера Ивановна! Коля, я правда вас очень прошу. Но ведь в четверг вечером... Не получится. Верочка, ну пожалуйста. И не приходите, когда я с детьми. Честное слово. Вера Ивановна! Вера Ивановна, а Минаев меня прогоняет. Не сердись на него, Танечка. Идите с Олей и лепите свою бабу. Мы скоро слепим. Извините. Не нужно Гусакова. Не обращай на него внимания, лепи. Все надо делать дружно, поняла? Ну, беги. Вера Ивановна, а у меня развязалась. Ну-ка, давай. Не замерзла? Нет. Девочка. Мы с вами сегодня... Вера Ивановна, а носик дадите мне приделать? Хорошо, Таня. Носик к снежной бабе приделаешь ты. И ротик. И ротик. И глазки. Ну, хорошо, и глазки. Не носик, да, не ротик, да, не носик, не носик, да, не разберемся. Минаев, ты зачем обижаешь Гусакова? Пусть не мешай. Что это за разговор? Вы должны лепить вместе. Вера Ивановна, я хотела лопаточкой подровнять вот тут. Подровнять лопаточкой. Уходи ты со своей лопаточкой. Это что еще за разговор? Если она что не понимает, то объясни ей. Я ей говорил, чего делать, она... Ничего мне Вера Ивановна не говорил, а взял лопаточку и выбросил. Ну уж ладно, отгребай своей лопаточкой.
Дядя Ибрагим, глазки готовы? Ой, извините, здравствуйте. А, здравствуйте. Что просили, то приготовил. Посмотрите, ах, эти черные глаза. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Вера Ивановна, идем в пятницу. Я поменял билеты на вечер органной музыки. В пятницу, к сожалению, не могу пойти. Ну, это что такое? Что вы, что вы? Это же кефир. Смотри у меня. Нет, честное слово, кефир, просто кваша. Видит канун выходного. Все равно не смогу. Я обещала Гусакову сделать выкройки. Ей очень хочется шить. Ну, это уж слишком. Я беру билеты на Скрябина, а вы отправляетесь за ржавым железом для какого-то малолетнего Эдисона. Я с чудовищным трудом достаю билеты на Муслима Магомаева, а вам нужно клеить аппликации для другой какой-то гениальной личности. Одно из двух. Либо вы вовсе не любите музыку, либо не выносите меня. Коля, я правда люблю музыку. И вас. С трудом, но выношу, честное слово. Ну, что я могу сделать? Ну, вы и так с ними возитесь с утра до ночи. Вера Ивановна! Что тебе, Таня? Я сказала, что я пойду за носиком, а Минар сказал, что мне никакие носики не надо. А я сказала, что вы мне велели, а он сказал, что он меня убьет. Но разве можно их оставить хоть на минутку? Березкин, пойди помоги Минаеву вместо Тани. Хорошо, я постараюсь помочь. Вера Ивановна, ну а если в субботу, во второй половине дня, после 15:00? Вера Ивановна, можно вас на минутку? Что случилось? Вера Ивановна, а где же метла? Какая метла? Как это какая? Ведь вы же говорили, что наградите снежную бабу, которая лучше всех. Правда? А где же она? Она осталась у тети Нюши. Что же делать? Не волнуйтесь, Вера Ивановна. Достанем. Реквизируем у первого дворника. Вера Ивановна, дайте мне, пожалуйста. На,
тебе носит? Да иди ты со своим носиком. Игорек, скоро домой. Успеется. А почему ты сегодня такой сердитый? А? Что это у тебя такое? Шахтер. Шахтер? Послушай, а ты разве видел шахтера? Когда я был маленьким, мы жили в Горловке. Ух ты, как здорово! Действительно шахтер? Слушай, пацан, а где у него ноги? Там, он вылезает из шахты. Ты смотри. Шахтер, в клете поднимают? А то я сам не знаю. Мой отец был шахтером. Он там погиб. Начинаешь верить вам, что все дети талантливы? Конечно. Вот дайте человеку раскрыться, и каждый окажется гениальным. При коммунизме, наверное, все будут гениальны. Ну уж и все. А кто же будет работать в орудии? А при коммунизме орудия не будет. Вот тут вы ошибаетесь, Верочка. Как говорит наш полковник Богомолов, оруд вечен. Только я думаю, что он будет на добровольных началах. Сегодня одни нарушают, другие следят. А завтра наоборот. Ну, тогда гениальность не помеха. Это же рука! Ты ведь ничего не понимаешь. Не мешай мне. Ну, я же хотел тебе помочь. Я прошу тебя, не мешай. Уходи отсюда. Петя, не развязывай шарф. Слава богу, хоть один не гений нашелся. Нет, вы ошибаетесь, скоро. У Березкина высший дар — совершенная доброта. Это самый добрый мальчик на свете. Вот когда он вырастет, он будет всем помогать. А люди, попавшие в беду, будут радировать. Москва, Березкина, помогите нам плохо. Иду. Ну а как же с концертом в субботу, Вера Ивановна? Извините, без меня. Кажется, я возненавижу детей. Что? В последний раз. Мы идем или нет? Нет. Вы опасная маньячка. Да вас на пушечный выстрел нельзя подпускать к детям. Что? Между нами все кончено, товарищ лейтенант. Очень рад. Вера Ивановна, а кому вы премию присудите? Вера Ивановна, а кому вы премию присудите? Вера Ивановна! Вера Ивановна! Вера Ивановна, а кому вы премию присудите? Игорь, можно тебя на минуточку? Ну, Игорек, а кому ты присылаешь?
присудишь главную премию. Самый большой, у которой нос торчком. Она похожа на Расторгуева. И не похожа. Не плачь, не плачь. Алиса шутит. Похожа. Ну, Ирина Марина, давайте метлу. Оленька, получай приз. Конечно, можете не жалеть свою жизнь, но пожалейте хотя бы свою семью. Гражданин с портфелем! Гражданин с портфелем, это я к вам обращаюсь. К вам! Идите, пожалуйста, я вас очень прошу, ровнее. Одно из двух, или вы пойдете под машину, или в отделение. Человеку в раковой шейке очень плохо. Помогите, товарищ Березкин. А в воскресенье, Верочка? Thank you.
А ты, Кузя, спи. Перестань же, мокрая тряпка-то. Ну, ничего, мамочка. А ну, берегись. Вот теперь ваша кухня будет сверкать, как палуба на эсминце. Хоть самому Семену Михайловичу показывай. А кто это Семен Михайлович? Я что-то среди наших не помню. Откуда же тебе помнить? Это боцман наш на корабле. А он всегда порядок у нас проверяет сам. Платочком, знаешь как? Да брось ты платочком. Серьезно? Тра-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Слушай, а ты что, и дома, что ли, с тех пор не был? Откуда же? Первый раз отпустил. А, как в песне поется. На побывку едет молодой моряк. Грудь его в медалях, ленты в якорях. А чего у нас в поселке у девчат переполох? Кто их поднял с позаранку, кто их так встревожить смог? На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях. На побывку... Здравия желаю, товарищ адмирал. Здравствуйте. Старшина второй статьи Черноморского флота Федор Войков. Решите продолжать? А вы не мой папа. Чего-чего? Понимаете, у каждого человека должен быть свой папа, а у меня его почему-то нет. Вот тебе раз. А куда же он делся? Не знаю. Говорят, что ушел красивый. Хватит глупости-то болтать. Пойди-ка одень ботинки. Вот не ждал, не гадал, что у меня сынок-то объявится. Это уж у него четвертый папа по счету. То есть как четвертый? Да так. Сперва он доктора участкового папой звал. Потом ларешник с угла. Потом соседа нашего полковника в отставке. Ты смотри. Хуже нет без отцовщины. А мать-то у него где? В Боткинской. У нее сегодня дежурство. Брат, видновато. Тебе бы крейсерок какой-нибудь или торпедный катер. А это прошлый день российского флота. Ну, что стоишь? Иди умываться, а? Ну, иди, иди. Можно? Конечно. Ну, как там у нас насчет флотского борща? Все готово, все готово. Подрубаем, как положено морякам, а? И законные корабели. Хорошо. Ну как? Ничего? А, хорошо. Настоящий флотский. Ты чего плохо ешь? Перестань баловаться. Мне тоже борща. Еще что? Когда это ты по утрам суп ел? Ну, горячий хлеб по утрам. Закон моря, правда?
ну раз закон, давай. А Фенечка вовсе не там работает. Она учится в техникуме. А ты ведь вроде на курсы кройки шитья собиралась, а? Да много он там понимает. Курсы или техникум. И вообще она мамина племянница. Чего-чего? Это для кого ж придуман? Да слушал бы ты его больше. Ну, какая будет у нас программа нынче, студентка? Пойдем в кино? М? Да ну ее, жарко. Ну, тогда в парк культуры. Ну, там народу полно. Я купаться хочу. Я. О. Решено. Едем за город купаться. Поешь сначала. Я уже не хочу. Ну, вот что, 3 минуты на диване, и одна нога здесь, другая там. А? Сколько же мы с тобой не виделись, а? Да уж 3-й год пошел. Неужто 3-й? Да. Видать, в Москве время-то быстрее летит. Ваш брат тоже скучать не любит. Ну что ты? Еще как скучаем-то? А я уже здесь. А? Ну, брат, а заправочка-то оставляет желать много лучшего. Ботинки не чищены, оброс, пуговицы нет. Она вот, она ее только сейчас оторвала. А, запустили парня-то, а? Давай пришью. Давай. Да ладно, иди одевайся, я сам пришью. Держи. Держи. Это чтоб память тебе не пришить. А ты, брат, сам одеваешься, да? Или нет? Сам. Давно? Давно. А в детский сад-то не ходил? А я вот ходил, когда был маленький. В ясли. Да, нет. Нет? А чего ж ты не хочешь? Мама не пускает, наверное? Нет. А почему она тебя не пускает? Там знаешь, сколько много ребятишек? Я не хочу. Как на флоте. Там спать надо. А я не люблю. Но зато какие там корабли есть. Да ну. А, да ну. Просто на корабле. Мне может маму купить получше. Команда к прогулке готова! Команда к прогулке готова! Глянец. Пожалуйста, почистим. А, это тебе, мальчик. Садись, пожалуйста, садись.
как подстричь мальчика? Ну, как меня. Полубокс? Полубокс? Значит, полубокс. Здравствуйте, Алина Георгиевна. Здравствуйте. Фух, как оброс, а? Большой привет вам от Петра Григорьевича. Как всегда, полубокс. А, хорошо. Вы не хотите сняться в кино? Мой друг кинорежиссер Владимир Дьяченко начинает снимать новый фильм. Для вас есть грандиозная роль. Съемки в Крыму на берегу Черного моря. Запишите мой телефон. АД1-1590, звоните мне по утрам. Я человек занятой. Освежить? Ну, конечно. А как же иначе? Любимые духи нашего боцмана, Семен Михайлович. А теперь рассчитаемся и вперед. Пожалуйста, 33 копейки. Спасибо. Штука-то у вас правильно работает? Какая штука? Счетчик. Что-то уж больно часто цифры выбивает. Вы думаете, о чем вы говорите? Наша бригада борется за звание коммунистической. С кем борется? С пассажирами. Проходите, ребята. Жива, жива, Машенька. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте. Я сегодня взял билеты в большой зал консерватории. Живее. На 6-й сим. Погоди. Может быть, мы с вами... Ну, я же вам сказала, я сегодня не могу. Правда, не могу? Ну, пожалуйста. Честное слово. Ай, простите. Осторожней, гражданин. Хорошо, если бы он сейчас сломался. При ваших нервах, гражданка, вам лучше ездить в трамвае. Знаешь, как на пароходе плавать? А? Быстро-быстро. А на ракете еще быстрее. Ленечка, я плавать научился! О, капитан, мы сели на мель. Что будем делать? Не знаю. Вы не знаете? Денечка,
Смотри! Купались? Ага. А вот я ногу ушибла. Где? Уже прошло. Ага. Да ну тебя. Разве это купание? Купаться можно только в море. А какое оно море? Море? А ты не видел? Нет. Подумаешь, море. Море, оно море и есть. На, завяжи. Эй, нет, море всегда разное. Его видеть надо. Оно то, как зеркалом лежит, то будто из него все глубь выворачивает. А закат и восход, прямо по нему дорожка бежит, световая. Ты будешь вытираться? Стой, стой, стой. Ну-ка дай. Морской закон. Вода должна обсохнуть на тебе. А ну, догоняй меня. Ну, давай, 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 быстрее. А на руках-то умеешь ходить? Нет. Не умеешь? Ну давай попробуем. Давай. Ну иди скорее. О-бо-бо-бо-бо. Сенечка, я на руках научился ходить. Сенечка, смотри. Тобой сейчас на Примбуль. Что это еще за Примбуль такой? Примбуль? Приморский бульвар. Там всегда моряки гуляют. Эх, Фень, да чего же я раньше лес уважал? А теперь мне ничего не надо. Только море. Ой, ну что ты заладил? Море, море. А мне лучше города ничего нет. Ну, кому что. Морякам море, а моряцким женам горы. А ты на каких кораблях плаваешь? На разных. И на ракете тоже? И на ракете тоже. А на подводной лодке плаваешь? И на подводной лодке приходилось. И не боялся? Да вроде не боялся. Ух ты! А ну-ка давай вон по той коряге. Приготовились? Огонь! Еще! Федя, споем, а? Покрасился месяц багрянцем, и сумрак на землю упал. Поедем, красотка, кататься, тебя я давно поджидал. Поеду с тобой я
согласна. Я волны морские люблю. Дай пару полную волну. Ну, что ты сидишь, как старик? Пойди поиграй. А во что мне играть? В индейцев. Вот так. Очень же замечательная игра. А сколько ты подводных лодок потопил? Ой, иди сюда. Это военная тайна. Смотри, видишь, вон у тебя кожаный. Кожаный чулок кличет. Иди играй. Полный вперед! Саша! Я еще грузить! Все, полный порядок! Это что же у тебя за тележка такая, а? А я еще сейчас карту принесу. Ванечка есть. Ты смотри. Ах ты бес, как настоящий. Вот бы Кешка-то удивился, а? А кто это такой Кешка? Добротильник мой, пацан вроде тебя. Как Топтыгин звать, не Михаил Иванович? Нет, Кузя. Он очень хороший медведь и всегда спит со мной. Вот и ступай спать со своим Кузей. Поздно уже. 11 час. Ого. Скоро и мне собираться. Ну, держи, брат, своего любимого Кузю. А вы приедете еще? Ну, теперь уж на обратном пути. Хватит. Хватит миловаться. Марш в постель. Ну, ступай. Придави хорошенько по-морскому. Давай. Будь здоров, друг. Ну, брат, отставить. Ведь ты же знаешь, моряк не плачет, не теряет бодрость духа никогда. Саша в постель. Прощай.
когда будешь ты наконец спать, горе-то мое! А ну-ка, давай на боковую. Будь здоров. Пропади ты пропадом. Чего вытращился? Целый день как дерьмо в глазу, иди отсюда! Надоел хуже горькой редьки. Я не думал, что ты такая. Какая такая? Злая. Будешь злой. В кои-то веки свиделись, и ни минуты покоя. Так ведь понимать надо. Он меня папой называл. Ладно тебе, понимальщик. Да у него что ни поп, то батька. Федя. Федь, ну что ты? Федя, ну что ты? Федя, ну куда ты? Федя, ну как хочешь. Федь, да ты что? Федя. А мальчонке этому скажи. Буду назад заскочу. Можешь не трудиться. Но это моя забота. Дома-то что передать? Ничего. Ну ладно. Прощать. Thank you.